Добрый день, уважаемые телезрители. Начинается трансляция праздничного богослужения, посвященного Дню памяти преподобного Серафима Саровского из Свято-Троицкого Серафима-Дивеевского женского монастыря, село Дивеево Нижегородской области. Комментирует трансляцию священник Василий Спирин. 1 августа – это традиционный день памяти преподобного Серафима Саровского. В церковном календаре праздник этот называется Днем обретения святых мощей преподобного Серафима. Но сегодня, помимо этой памятной даты, еще один значимый юбилей – 20-летие со дня перенесения мощей Серафима Саровского в Дивеево. В 1991 году, после многих десятилетий поругания, были вновь обретены, найдены честные останки Серафима Саровского и торжественно всероссийским крестным ходом перенесены в село Дивеево. Ровно 20 лет назад, 1 августа 1991 года, они были принесены в Дивеево при огромном количестве верующих, молящихся. С тех пор пребывают в Троицком соборе Свято-Троицкого Серафима-Дивеевского женского монастыря. 1 августа в Дивеево по традиции совершается праздничная божественная литургия на соборной площади обители, куда выносятся и святые мощи преподобного старца. Здесь, на соборной площади, обычно собирается огромное количество верующих, до 10-15 тысяч человек. Люди эти, приехавшие из разных мест России, ближнего и дальнего зарубежья, все они объединены любовью к преподобному и богоносному старцу Серафиму Саровскому. Всех этих людей объединяет молитва к Серафиму, надежда на то, что преподобный Серафим исполнит наши просьбы, поможет нам в наших нуждах, в наших скорбях и приведет всех нас к Христу Спасителю. Преподобный Серафим – это особая фигура в истории нашей духовности, в истории русской святости. Он не так далеко отделен от нас по времени своей жизни. Родился он в 1754 году и происходил из рода курских купцов. Я кратко расскажу о житии преподобного старца, напомню нашим телезрителям о том, как осуществлялся его духовный подвиг. Первые впечатления, религиозные впечатления преподобный Серафим, в миру его звали Прохором, получил от матери, которая приучала его к закону Божию и привила ему навыки доброго христианского поведения. Ежедневно он посещал храм Божий, очень любил богослужения, и здесь, в храме, он узнал евангельское учение и услышал рассказы о жизни святых. Еще в юности у преподобного Серафима зрело решение всецело посвятить себя Богу и уйти в монастырь. Благочестивая мать не препятствовала этому и благословила его на иноческий путь. Бог привел Прохора в Саровский монастырь, в котором он принял постриг, принял сначала иеродьяконский, а затем иеромонашеский сан. Именно в Саровском монастыре и проходил духовный подвиг преподобного Серафима. Преподобный Серафим подвязался во многих разных духовных подвигах. Мы знаем о том, как в течение тысячи дней и тысячи ночей он стоял на камне, вознося свои молитвы. Мы знаем и о затворе, в котором он пребывал в течение многих лет. Мы знаем и о посте, о его
ночных молитвах. Мы знаем о том, какую простую жизнь отшельника он вел. И благодаря всем этим подвигам в конце своей жизни преподобный Серафим открыл по повелению Пресвятой Богородицы двери своей кельи для того, чтобы принимать всех приходящих к нему, всех страждущих, болящих, ищущих утешения и спасения. В 1833 году преподобный Серафим Саровский отошел ко Господу, а в 1903 был канонизирован. Именно с 1903 года и было установлено празднование в честь обретения мощей преподобного старца 1 августа по новому стилю. Сегодня на 20-летие обретения мощей преподобного Серафима в Дивеево прибыли правящие архиереи Приволжского федерального округа, а торжественное богослужение на Соборной площади обители возглавит митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, патриарший наместник Московской епархии. Митрополит Ювеналий специально прибыл в село Дивеево Нижегородской области для того, чтобы возглавить празднование памяти преподобного Серафима Саровского. Начинается божественная литургия, и старший священник поднимается в алтарь для того, чтобы произнести начальный возглас божественной литургии, в котором прославляется Царство Отца, Сына и Святаго Духа. Благослови, Владыко! Благословенно Царство Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веку. Господу помолимся. О Всевышнем мире и спасении душ наших, Господу помолимся. Протодиакон произносит великую или мирную Ектинью. Благостояние святых Божьих церквей и соединение всех, Господу помолимся. Ектинья – это особое моление, состоящее из произносимых диаконом прошений и пении хора. Хор обычно исполняет «Господи, помилуй». О великом Господине и Отце нашем, святейшем патриархе Кирилле, и о Господине, высокопреосвященнейшем митрополите Ювеналии, и о Господине, высокопреосвященнейшем митрополите Варнаве, и о Господине нашем, высокопреосвященнейшем архиепископе Георгии, и о Господине, высокопреосвященнейшем архиепископе Димитрии, и о Господине, высокопреосвященнейшем
архиепископе Анастасии и о господине высокопреосвященнейшем архиепископе Никоне и о господине высокопреосвященнейшем архиепископе Сергии и о господине высокопреосвященнейшем архиепископе Евлогии и о господине высокопреосвященнейшем архиепископе Иоанне и о господине высокопреосвященнейшем архиепископе Марке и о господине высокопреосвященнейшем архиепископе Владимире и о господине преосвященнейшем епископе Лонгине и о господине высокопреосвященнейшем епископе Лазаре и о господине преосвященнейшем епископе Клименте, честнем пресвитерстве во Христе диаконстве, о всем причте и людях Господу помолимся. Протодиакон помянул архиереев, прибывших сегодня на празднование Дня памяти Серафима Саровского, всего Дивеева. Господу помолимся. О богохранимей стране нашей, властях и воинстве ее, Господу помолимся. Господи, помилуй. О святей обители сей, всяком граде стране и верою живущих в них, Господу помолимся. Господи, о благорастворении воздухов, о изобилии плодов земных и временных мирных, Господу помолимся. Господи, помилуй. О плавающих, путешествующих, недугающих, страждущих, плененных, и о спасении их, Господу помолимся. Господи, помилуй. Избавитесь нам от всякой скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Тебе, Господи, яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веку. Аминь. Благослови душа моя Господа, благослови неси Господи, благослови душа моя Господа, неся внутренняя моя имя Святое. Русский был прославлен в лике святых в 1903 году. Его честные останки были положены в Успенской церкви Успенской Саровской пустыни. В ноябре 1920 года, прошедший в Темникове, уездный съезд советов принял решение о вскрытии раки с останками преподобного Серафима. 17 декабря 2020 года было произведено вскрытие мощей с составлением акта. В 1922 году мощи были изъяты и перевезены в Москву, в Музей религиозного искусства в Донском монастыре. После этого о судьбе мощей Серафима Саровского долгое время никто не знал. Осенью 1990 года в запасниках Музея истории и религии в Казанском соборе Ленинграда были найдены неизвестные останки, не проходящие по описи. В декабре 90 года эти останки были освидетельствованы комиссией в составе епископа Тамбовского Евгения и епископа Истринского Арсения. Комиссия, руководствуясь актом освидетельствования останков отца Серафима в 1902 году,
и актом вскрытия мощей установила, что останки были честными мощами преподобного Серафима Саровского. 11 января 1991 года Музей истории религии и атеизма передал мощи Серафима Саровского Русской Православной Церкви. 6-7 февраля 1991 года мощи преподобного Серафима при участии святейшего патриарха Алексея II были доставлены в Москву из Троицкого собора Александра Невской лавры и крестным ходом с Ленинградского вокзала были перенесены в Богоявленский кафедральный собор в Елохове. Июля 1991 года крестный ход с мощами преподобного Серафима отправился из Москвы в Дивеево. Паки миром Господу помолимся. Господи, помилуй. Наступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга весь живот наш, Христу Богу предадим. Тебе, Господи, яко Твоя держава и Твои есть царство и силы и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Хвали душа моя Господу, Господу, Господу в животе моем, Боже Богу моему, Духе же есть. Не надейтесь на князя, на сына человеческие, мне же не спасение. Крестный ход с мощами преподобного Серафима шел из Москвы по городам и весям в Дивеево. Этот своеобразный всероссийский крестный ход на колесах прошел поселение Московской, Владимирской и Нижегородской областей. Мощи святого старца перевозили в микроавтобусе, за которым неотступно следовал автомобиль святейшего патриарха. Шествие останавливалось в городах по пути следования, где святейший патриарх служил литургию и совершались многочисленные молебны преподобному Серафиму Саровскому. Трудно передать чувство, которое испытываешь, когда видишь такое благоговение перед святыней. Народ по дороге выходил из сел и деревень, кланялся. Каждый выражал, как мог, свою радость. Архиепископ Владимирский и Суздальский Евлогий со множеством горожан и духовенством вышел навстречу преподобному к золотым воротам Владимира. По словам участников торжеств, это было потрясающее зрелище. Владыка стоит во вратах, духовенство около него, и все вокруг заполнено людьми. Когда подъехал кортеж святейшего патриарха, святые мощи вынесли и с торжественным пением понесли на гору в Успенский собор Владимира. Огромная площадь вокруг собора сплошь была занята людьми, которые пришли поклониться святому старцу. Почти сутки в храме шли богослужения, и на следующий день крестный ход с мощами двинулся дальше. Заезжали в Вязники, Гороховец, везде были службы, молитвы. Господи, помилуй, спаси, помилуй, сохрани нас.
Отец Божий Твоей благодатью, Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга и весь живот наш, Христу Богу предатем. Человека любит Бог еси, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. В городе раку с мощами преподобного Серафима поставили в Староярмарочном соборе. Народу было тогда так много, что во время богослужения мощи приходилось выносить на паперть, чтобы люди, которые шли нескончаемым потоком, могли к ним приложиться. Потом был Арзамас и далее путь в Дивеево. Жители близлежащих сел выходили к дороге с крестами, иконами. Многие стояли на коленях со свечами. Так с короткими или большими остановками переносились мощи. Это было одно из самых ярких событий русской церковной истории XX века. Сегодня мы торжественно отмечаем 20-летие со дня перенесение мощей преподобного Серафима Саровского в Дивеево. Во имя преподобне предстаю Богу с ангелы, за весь мир молись. Этот всероссийский крестный ход был символом духовного возрождения новой России. И сегодня, по прошествии 20 лет, мы видим плоды и результаты этого возрождения. Не только внешнего, но прежде всего внутреннего, возрождение в душах и сердцах людей. В скорбях приходящим к Тебе утешитель был Иси, молись, спастись со мной. Блаженни миротворцы, якоти сынови Божии нарекутся. Явился Иси преподобне молящимся Тебе столб непоколебим, и прибежище всем притекающим в обитель Дивеевскую, и приемлющим исцеление благодать неоскудную. Блаженни Израиль правды ради, яко ти ты царство небесное. Избави обитель Твою преподобне от всякого навета вражия, и исполни ее любви и благодати, еже не вымышлять о житейских, но души спасительное достигнуть и доброты молитвами Твоими. Блаженни сына поносят Твоим, и жену перекуся в зол на волна вышущей Венеради. Святая душа Твоя обитель бысь Богу, в ней же Отец, Сын и Святый Дух вселися, тем же молим Тебя, преподобнее, на вождение вражия от чтущих Тебя от жени, и верным людям мир и здравие дару. Радуйтесь и веселитесь, я вам сдал ваше много на небеси. Пустыня кладется, скопав Твоими руками, преподобнее, приходящие жаждущие люди напоил Иси, и ныне многим недужным водою кладенца Твоего болезни исцеляешь. Поистину дивного молитвенника и чудотворца всем преподобне Владыка Тя показал. Духовенство готовится к малому входу, входу с Евангелием. Великие Твои пустынные подвиги и труды и сладость учения Твоего почитаем, преподобней Серафиме. Ими же многие приходящие к Тебе просветил Иси и научил Иси воспевать Единосущную Троицу. И ныне и
Пречистая, спаси мя молитвами Твоими и соблюди, елико бо хочешь и можешь, и яко мати всемогущего. Премудрость прости. Вход с Евангелием символически означает пришествие на проповедь Господа нашего Иисуса Христа. Во время малого входа духовенство во главе с предстоятелем, возглавляющим божественную литургию, входит в алтарь. Божественная литургия – это главное богослужение православной церкви, во время которого совершается таинство Евхаристии, что по-гречески значит «благодарение».
Во время Божественной Литургии верующие, приуготовив себя постом, покаянием и молитвой, причащаются святых Христовых тайн, хлеба и вина, приложенных в истинное тело и кровь Господа нашего Иисуса Христа. И сама Божественная Литургия символически представляет воспоминание всему домостроительства Божия, от сотворения мира до Второго пришествия. И особенно глубоко в священнодействиях Божественной Литургии раскрывается земное служение Господа нашего Иисуса Христа, Его Рождество, Его общественное служение, Его проповедь, Его крестные страдания, смерть, воскресение и вознесение на небо. В каждом священнодействии Божественной Литургии заключен какой-то евангельский смысл. Хор исполняет тропари и кондаки, посвященные сегодняшнему празднованию и особо почитаемым святым и иконам Дивеевской обители. Господу помолимся.
помолимся. Господи, помилуй. Яко святый Боже наш, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно. Господи, спаси благочестивые. Господи, спаси благочестивые. Господи, спаси благочестивые. И услышаны. Начинает исполнять Тресвятое. Тресвятую песнь, которая называется так потому, что в ней слово «святые» употреблено три раза в отношении к каждому лицу Пресвятой Троицы. Тресвятое получило свое распространение, начиная с V века, при греческом императоре Феодосии II. Во время страшного землетрясения в Константинополе людям было открыто, что надо призывать Святую Троицу именно этими словами. Посети виноград сей и утверди его же насади, десница твоя. Праздничную службу в Дивеевском монастыре сегодня возглавляет митрополит Крутицкий Коломенский Ювеналий, патриарший наместник Московской епархии. Мудрость, прокимен лос седьмый,
честно пред Господем смерть преподобных его. Протодиакон произносит прокимен, то есть особое краткое молитвословие. Честно пред Господи, которое предваряет чтение Священного Писания, апостола и Евангелия. Премудрость золотом послания святого апостола Павла чтение. Плод духовный есть любым радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Но таковых не закона, а иже Христов Иисус, плоть распяша со страстьми и похотьми, ащи живем духом, духом и доходим. Не бываем тщеславни, друг друга раздражающе, друг друга завидяще. Братья, ащи впадет человек в некое прегрешение, вы духовни, исправляйте такового духом кротости. Люди себе, да не ты искушен, будешь и друг друга тяготы носите, и так исполните закон Христов. И Духове Твоему аллилуйя. Прозвучал отрывок из послания апостола Павла к Галатам, в котором говорится о духовных дарах. Чтение это всегда читается на празднике в честь преподобных, потому что прежде всего преподобные получили эти духовные дары и использовали их для того, чтобы привести к спасению многих людей. Тем временем перед алтарем устанавливается аналой и выносится Евангелие. Сильно на земле будет семя его. Евангельское чтение символизирует проповедь Господа нашего Иисуса Христа. Святого апостола и евангелиста Луки. Бог молитвами святого славного и всехвального апостола и евангелиста Луки даст тебе глагол, благовествующему силою многою во исполнении Евангелия
возлюбленного Сына Своего, Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Премудрость проси, услышим святого Его. Начинается чтение Евангелия. Вон мем. Во время оно, ста Иисус на месте равне, и народ ученик Его, и множество много людей от всея Иудеи и Иерусалима, и по море Тирское и Сидонское, и же придоша послушайте Его, и исцелитесь от недуг своих, и страждущий от дух нечистых, и исцелякуся. И весь народ искаши, прикасайтесь Ему, яко сила от Него исхождаше, и исцеляше вся. И той возвет очи свои на ученики своя глаголоше: блаженни нищие духом, яко ваше есть Царствие Божие. Блаженни алчущие ныне, яко насытитеся. Блаженни плачущие ныне, яко восмеетеся. Блаженни будете, егда возненавидят вас человеки, егда разлучат вы, и поносят, и пронесут имя ваше, яко зло Сына Человеческого ради. Возрадуйтесь в тот день и взыграйте, себо взда ваша много на небеси. Помышления наши горца. После чтения Евангелия начинается сугубая ектения. Боже, Отец наших, молимся, услыши и помилуй. В этой ектенье мы молимся о всей нашей русской земле, о патриархе, о правящих архиереях, о всех почивших отцах и братьях наших, о благодетелях, о всех тех, кто трудится в храмах, и о всех православных христианах. Сугубой эта ектения называется потому, что в ответ на каждое прошение хор исполняет «Господи, помилуй» три раза. Высокопреосвященнейшем митрополите Ювеналии и о Господине нашем, высокопреосвященнейшем архиепископе Георгии, в
преосвященных митрополитях, архиепископах и епископах, и о всем Христе, братья наши. Честней Матери нашей, игумени Сергии, сестрами святые обители сия. Господи, помилуй. Еще молимся о Богохранимей стране нашей, властях и воинстве ее. Да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о братьях наших, священницах, священномонасях, и всем во Христе братстве нашем. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о блаженных и преснопамятных создателях святые обители сия и о всех прежде почивших отцах и братьях, где лежащих и повсюду православных. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о милости, жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении и оставлении грехов рабов Божиих, братья святые обители сия. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о плодоносящих и добродеющих во святем и всечестнем храме сей, обители сей, труждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от Тебе великие и богатые милости. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Яко милостивый человека любит Бог еси, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Помолитесь о оглашении, Господи, ви. Господи, помилуй. Верни оглашенных помолимся, да Господь помилует. Господи, помилуй. Огласит их словом истины. Господи, помилуй. Открыть им Евангелие правды. Господи, помилуй. Соборней апостольской церкви. Господи, помилуй. Спаси, помилуй, заступи, сохрани их, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Оглашение главы ваша, Господи, ви преклоните. Дайте с нами славят пречестное великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Елице оглашение изыдите. Оглашение изыдите. Елице оглашение изыдите. Да никто от оглашенных и лицеверней, паки и паки, миром Господу помолимся. Господи, помилуй. Ступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Премудрость.
Яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Паки, паки, миром Господу помолимся. Господи, помилуй. О, Свышний мир и спасение души наших, Господу помолимся. Господи, помилуй. О мире всего мира, благостоянии святых Божиих церквей, соединении всех, Господу помолимся. Господи, помилуй. О святим храме всем с верой, благоговением и страхом Божьим, входящих вонь, Господу помолимся. Начинается главная часть божественной литургии, которая называется литургией верных. Называется она так потому, что в древности на это богослужение допускались люди, только крещенные в православной церкви, которые имели право молиться за божественной литургией и причащаться святых Христовых тайн. Храними, Тебе славу посылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Литургия верных начинается с пения херувимской песни. Же херувимы тайнообразующие, животворящие Троицы, Тресвятую песнь припевающие, всякое ныне житейское отложим попечение, яко до царя всех подымем, ангельскими невидимо дареносимо чинами. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. По-русски херувимская песнь звучит следующим образом. Мы, таинственно изображая херувимов, и, воспевая Тресвятую песнь Животворящей Троицы, отложим теперь всякое житейское попечение, чтобы нам принять Царя всех, невидимо сопровождаемого ангельскими силами. Во время херувимской песни совершается великий вход, когда приготовленные на жертвеннике святые дары, хлеб и вино торжественно переносятся на святой престол.
для того, чтобы быть претворенными в истинное тело и кровь Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому великий вход во время пения херувимской песни символически напоминает нам о том, как Господь наш Иисус Христос всходил на Голгофу для своих крестных страданий и смерти за всех людей. Протодьякон несет дискос, особую тарель, на которой находится агнец, то есть хлеб, предназначенный для таинства Евхаристии. Старший священник держит в руках святой потир, то есть чашу с виноградным вином.